Heroica Films представляет. Я убил свою жену-лесбиянку, повесил ее на мясном крюке, и теперь у меня контракт с Диснеем на 3 картины. Режиссер. И он говорит мне, какая Сэнди? Но чтобы привлечь ее, тебе нужно накинуть сверху. Прошу тебя. Вот именно. И я сказал ему, не выйдет, Хосе. Бесполезно. Тройка по шкале отвращения. Да. Да. Я сказал этому сукиному сыну, чтобы засунул себе это в жопу. Я не для того горбатился 15 лет, чтобы присмыкаться перед богатеньким ублюдком в костюме. Это уж наверняка, черт побери. А, блин. Вот оно. Вот оно. Все сходится. Так, как я и планировал. Препродакшн на следующей неделе, основные фотографии 15 марта. О, детка, я говорил тебе, что так и будет. Говорил тебе? Но ты не верила, так ведь? Нет, ты не верила! Нет, нет! Вот именно, именно, слишком занята просмотром кабельного, просиживая свою жирную жопу, пока я работаю в гадюшном подвале, обрабатывая фильмы за 6.50 в час. Ты ёбаная пизда! Я люблю тебя. Актриса. Сэнди! Уходи. Да ладно тебе, Марта. Просто пусти меня и позволь проверить мои сообщения. Я отсоединила твой телефон. Что? Ты знаешь, что у меня решающий звонок в полдень. Что, если Си звонил? Просто пусти меня, дай мне принять душ и приготовиться. Как только меня возьмут, я расплачусь с тобой. Слушай, у меня есть 40 баксов. Просто позволь мне отдать тебе 40 баксов. Слушай, я слышала это дерьмо раньше. Мне не нужны твои 40 баксов. Мне нужны 3482 доллара. Что ты мне должна? Марта, это студийный фильм. Я получу за него 20 штук. Я отдам тебе 6 тысяч долларов. Только впусти меня принять ёбаный душ. Душ? Поспеши. Знаешь, она напоминает мне тебя. Напоминает. Ну, до того, как ты... Как они вцепились в тебя. Со своей женской херней. Сначала было «нет», потом «женщины в фильмах», потом «женщина с женщиной». Что следующее, а? «Девки с хуями»? Тебе нравится. Феминистки. Свобода, борьба за независимость. Лесбиянки. Теперь твоя очередь? А? Лесбо! Ты хоть подумала на секундочку о том, в каком свете ты выставляешь меня? Они смеются надо мной. Смеются! Ты помнишь? Помнишь, как мы ездили в Куни-Айленд? Я купил тебе тот хот-дог. И ты так классно... Секундочку, это было не ты? С кем же я туда ездил? Хорошо. Хватит пытаться сбить меня с толку, хорошо? Не выйдет. Нет, мама, я в процессе съемок. И Марта чувствует себя брошенной. Так что если я отключусь, то это потому, что мне надо с ней разобраться. Хорошо? Спасибо за чек. Это определенно в последний раз, обещаю. Ты же папе не говорила? И, кстати, передай ему, что фильм не называется «Сиськи на пляже». Мне это вообще противно. Это был основной фильм, мам. Я имею в виду, что это мое ремесло, если ты не можешь. Тед Билан, детка. Тед Билан. Сценарист, продюсер... И режиссер. Как я тебя такой, а? Кто теперь на коне, а? В шляпе и в сапогах. Помнишь сценарий, который я тебе рассказывала? Нет, не тот. Тут хороший, про мужчину, который... Неважно. Короче, она моя. Главная роль жены.
Осталось только последнее собеседование с режиссером. Он также сценарист и продюсер, так что... А? Да, жены, я знаю, это совершенно другое. Мой агент говорит, что я им нравлюсь. Она красавица, хорошо? Просто сногсшибательно. Эта женщина – смесь Лизы Бене и Лизы Гиббонс. Все получится, мам. Мне твой негатив сегодня не нужен. Это большой день для меня, а ты портишь его, как всегда. И она знает, как слушаться режиссера. Она слушает меня. Я лучше буду жить на Голливудском бульваре, чем услышать твою командирскую хрень опять. Прости, мам. Мам. Просто сейчас у меня очень сильный стресс. Если я упущу ее, я не знаю, что я буду делать. Хорошо. Очень хорошо. Ты думала, что заставишь меня сказать что-то, чего я не хотел? Обманщица. Обман, обман, обман. Знаешь что? Я думаю, когда начнутся съемки, будет лучше, если она поселится здесь, с нами. Не против? Спасибо. Это будет лучше всего. О, да. О, да-да-да-да-да. Она обязательно это сделает. Она с радостью это сделает. Понимаешь, она считает, что я очень одаренный писатель. Она понимает меня, мою работу. Она будет идеальной женой. Плохо, 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 плохо. Ты настоящая ебаная пессимистка, ты это знаешь? Мне пришлось выкалывать тебе правый глаз за два захода. Завистливая сука. Пойди расслабь свою жопу, ты никчемная шлюха. Решающий повторный звонок. Это было замечательно. Я видел, как ты играла мясо в шанхайском обеденном театре. У меня был салат с цыпленком. Что в нем было? Что-то было. Там была корица, мандариновые и апельсиновые дольки. Семена, похожие на базилик. Это и был базилик. Базилик, базилик. Да. Ты свободна, дорогуша. Береги себя. Она интересная. Интересная. Но мне кажется, она слишком... Слишком... Толстая. Нет, не толстая. Широкая. Широкая. Слишком молодая. Низенькая. Атлетическая. Атлетическая. Темная. Южное побережье. Скользкая такая. Кто следующий? Сэнди Драйер. Сэнди Драйер. Обожаю ее. Не правда ли она? Она гениальна. Я обожаю ее. Талантливо. Ты любишь ее? Я ее люблю. Привет, дорогая. Привет. Спасибо, что вернул меня обратно. Спасибо. Но разве она не прикольная? Ты очаровательна. Просто очаровашка. Спасибо. Начнем, пожалуй. Какую сцену будешь показывать? Я думала показать сцену в мусорном бачке. Моя любимая. Когда будешь готова? Реплики на бумаге. Все, что нужно, это прочитать их. Но, Мария, нам нужно жить ради будущего. Как мы можем жить ради будущего, если у нас нет настоящего? Посмотри на меня, Карлос. Посмотри на эту одежду. Посмотри на своих детей. Они носят свои изодранные лохмотья, словно это слезы, что падают с бушующих небес. Но, Мария... Нет, Карлос, нет! Послушай меня, дорогая.
Я не тот человек, которым был раньше. Я смотрю на тебя и... Ладно. Знаете что, я прерву вас на секунду. Сэнди, можешь встать, пожалуйста? Отлично, отлично, хорошо. Я бы хотел немного поимпровизировать с тобой. Ты сможешь? Конечно, я с удовольствием. Хорошо, давай я тебя настрою. Я твой муж. Я безумно люблю тебя. А ты безумно любишь меня. Я возвращаюсь домой, я устал, я голоден, хорошо? Я прихожу домой, чтобы расслабиться, а не чтобы меня пилили и скулили мне. Хорошо? Давай, сделаем это. Привет, дорогой. Не любезничай тут со мной. Что случилось? Что случилось? Был плохой день. Плохая жизнь. Что, черт побери, это такое? Это твой ужин, дорогой. Твоя любимая. Свинина? Ты хоть задумалась на секунду? Хорошо? Что я говорил тебе по поводу свинины? Я знаю, поэтому взяла ее у миссис Гучис. Ради всего святого, у этих дебилов, Господи Иисусе и прочая хрень, Бог просто убивает меня. Давай я сделаю тебе массаж. Правда? Он очень напряжен, он оскорблен ее самоотдачей. Я слышал. Я люблю тебя. Как сильно ты меня любишь? Сильнее всего на свете, Карлос. Кто? Карлос? Да. Извини. Мария, что ты скажешь на то, что я собираюсь отключить наше кабельное? Я скажу в топку его. Мне тошнит от телевидения. Я люблю ее. Я люблю ее. Правда люблю. Сэнди, если я могу что-нибудь сказать от лица этих джентльменов... Можешь. Ты моя девочка, поздравляю. Извините, но это очень ортодоксально. Стив? Да, Джим? Джули, можно я тебя на пару слов за дверь? Пройди со мной. Давай. Спасибо вам огромное. Да, все хорошо, все отлично. Спасибо тебе. Вы не представляете, как для меня важна эта роль. Я буду жить ею, вот увидите. Ну, мы рассчитываем на это. Можно спросить, у тебя кое-что... Что ты знаешь про мигрирующие бульварные газетенки? Просто у меня есть материал, который я с удовольствием бы показал тебе. Может, заскочишь как-нибудь? Это в основном графики, чертежи, наработки. У меня на чердаке там просто бардак. Да, конечно, это будет замечательно. Это было супер. Спасибо еще раз. Спасибо. Женское достоинство. У нас есть победитель. Обман. Гениально. Этот человек просто ебаный гений. Режиссер Бен Аффлек. Продюсер Камала Лопес. Сценарист Камала Лопес и Джей Лакоппа. В главных ролях Джей Лакоппа, Карла Монтана, Джоанна Маклой, Роберта Кош, Томми Хинкли, Хэри Виктор, Мерлин Питцнер и остальные. Переведено и озвучено творческим объединением Melodic Voice Studio в 2012 году. Every time I look into the holy book, I wanna tremble. When I read about the part where the carpenter cleared the temple for the buyers and the sellers were no different fellas than what I profess to be.
And it causes me shame to know that I'm not the guy that I should be. Put your hand in the hand of the men who steal the water. Put your hand in the hand of the men who calm the sea. Take a look at yourself and you can look at others differently by putting your hand in the hand of the man from Galilee. My